Что, мои родненькие, нахрен? Грузим, работаем. Копаем и копаем. Делаем все. Что же вам сегодня, мои дорогие, рассказать? Рассказать. Я хочу вам об алкоголе, да, мои дорогие. Почему в нашей стране, в нашей родненькой стране России, если ты не бухаешь, то ты чем-то болен? Нет, мои дорогие, если ты алкаш, то это ты чем-то болен, да. Вот кого не встречу, когда у меня спрашивают, там, выпьешь, не выпьешь, я говорю, я не бухаю. Что, болеешь? Я в смысле? Я говорю, а что надо не пить? Чтобы не пить, надо болеть. Ну, никто на этот, ну, не знает ответ. Девушки часто спрашивают, да, вот это. А почему не пьешь, что болеешь? Нет, девчата, я не болею, я здоров совершенно, да. Единственное у меня плоскостопие, да, поэтому и в армию нахрен не взяли. Так что, мои родненькие, бухать не есть хорошо. Знаете, как я хреначил прям до, блядь, вообще. До самого конца, так сказать. Что ты вообще ничего не понимаешь, ничего не отдупляешь. И знаете, мои дорогие, тут мне нечем гордиться нахрен. Я вообще очень сожалею, что я вовремя не раздуплился, когда бухал. Да, мои родные. Потому что посиньки много дел творишь, которые, ну, не нужно делать. Какие-то приключения себе наживаешь по жизни, да. А самое печальное, помимо этих, так сказать, приключений, которые с тобой приключаются, ты не можешь решать свои проблемы. У тебя толком с работой что-то может не клеиться, дома что-то можешь там, ну, не делать, потому что все время занимает бухлище, да. Ты все время бухаешь. Поэтому вопросы не решаются, только копится этот комок и копится нахрен, да. Если вы, допустим, хотите бросить бухать, но никак не можете, обратитесь куда-нибудь в реабилитацию, я не знаю, там, не знаю, больницу, в клинику какую-то, нахуй, наркологию ляжьте. Ну, я думаю, это сложно понять, потому что, мои дорогие, надо у себя в голове решить, что ты не хочешь пить, ну, или колоться там, или еще что-то делать. И тогда будет все нормально. А так, мои дорогие, ни хрена не изменится. Точку забыл поставить, а нам это очень важно. Блять, у меня машинок много нахрен, да. Еще как-то по-китайски еду, туда вы на бровку лезете нахрен. Блять. У меня такое ощущение, мои дорогие, что у водителей нахрен, у некоторых, в голове представляется, что у них одно зеркало нахрен. Мне кажется, они в него смотрят, а в другое ни хрена. Поэтому такая петля постоянно получается, куда-то на бровку лезут. Некоторые станут так, ну, прям даже сказать нечего, красавчики нахрен. Тебе и разгрузить легко нахрен. Ковшик там открывать и все остальное. А некоторые прижмутся к тебе. Ты полностью оборот не можешь на экскаваторе сделать, потому что прогрузом его стукнешь нахрен. И грузить тяжело, потому что он сильно рядом, короче. Весь, блядь, складывается, чтобы высыпать нахрен. Сейчас мы ему отомстим за это. А этим как можно отомстить? Это положит небольшой шарик. Но он не шарик, он плоский и длинный. Но, возможно, сейчас будет бабах. Сегодня такие бортаж, жестянка какая-то. Слушайте. Слышали? Нормально упал. Сейчас еще два маленьких. Все, засунули. Так вот, мои дорогие, про алкоголь. Ничего он дает, ни плюх, никаких ни уважений, ни понимания, ничего. Вы только теряете от алкоголя, да. Я не против тех, кто выпивает, там праздник, не праздник, да встретились с друзьями, давно не виделись. Это вполне нормально, я приемлю такие вещи, если люди умеют так выпивать. Но если вы каждый день пьете, и первая задача у вас просыпаетесь, когда, где бы взять бутылочку пивка, чтобы похмелиться, то это уже, мои дорогие, не есть хорошо, да. Обращайтесь куда-нибудь, лечитесь, не знаю. Я вот честно вам скажу,
прям реабилитацию прошел, конкретно прошел, да. Не просто побыл там, а вот конкретно прошел. Прям вот, блин, я даже не скажу вам сколько точно лет, ну прям нормально. Несколько Новых годов, мои дорогие, я встретил в Ребе, да. Не знаю точно, не помню сколько, может быть 3, может быть 4. Ну, не 2 точно. Так что, мои родные, как-то так. А мы копаем. Видите, сейчас как бы крепление приобрел, сейчас поставил. Можно будет записывать ролики, да, мои дорогие. Потому что что? Потому что нормально. А самое печальное, мои дорогие, я не помню. Я ставил только что меточку или нет? Вы не видели случайно? Ну, ничего страшного. Одну мы подрисую. Если на один больше получится, ничего страшного. Там все равно все посчитают. Но, мои дорогие, нам не надо, нам надо точно. Потому что я вчера сотку отгрузил машин, а по итогу мне говорят, на 20 обманул. Я говорю, нет, я еще на ПДК грузил. А там как раз примерно штук 20 я закинул. Так что не надо грязи. У меня вот тачковочка, и я считаю. Да, я там сбиваюсь когда-то, иногда-то, может быть, не ставлю точки. Но ничего, плюс-минус я все равно знаю, сколько ходари у меня, да. Даже если я 5 не поставлю, ничего страшного. Я зато знаю, сколько у меня. И меня уже никто не обманет. Давай, давай, что-то давай, 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 мой маленький. Ну ладно, хрен с ним, стой так, ебать. Просто лучше начать грузить. Пускай лучше лечь чуть-чуть подальше. Но пока они подъедут, нахрен я уже могу 2 ковша высыпать. Если в Бога верить, поверьте ему, и он вас нахрен излечит, да, вы просите бухать. Главное в это верить. Потому что, как написано в Библии, если ты сомневаешься, то смысл верить. Значит, ты не веришь. Ну, не истинная вера. А вот, кстати, про свежие дольки. В Библии также написано, что Бог дает нам таланты, которые мы должны умножать. Если он вам дал талант петь, пойте в свое удовольствие. Вы еще этим и заработаете, потому что Бог даст вам возможность с голоду не умереть. Да. Поэтому все будет нормально. Вот, ролика, так сказать, не получилось. Или получилось, хрен его знает. Короче, к вам очень важная просьба, мои дорогие. Пишите в комментариях, про что вам рассказать. Про девушек, нахуй, про алкоголь, про наркоту, про тусовки, про всю эту движуху, да. Давайте я вам буду рассказывать, нахрен.